Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Василий Егорович Раев. Русский живописец, иконописец, художник-мазовичист, представитель романтического академизма, один из наиболее известных выпускников Арзамасской школы, пейзажист, портретист, автор подробных воспоминаний, академик Императорской академии художеств. Родился в 1807 году в Холмском уезде Псковской губернии. Был крепостным человеком Кушелева, которым впоследствии отпущен на волю. В 1831 году помещик увез его в Санкт-Петербург. Оставаясь крепостным, Раев получил доступ в залы Эрмитажа для копирования картин, свои полотна выставлял на академических выставках. Общество поощрения художеств объявило сбор денег, чтобы выкупить Раева на волю. За свободу Василия помещик Кушелев потребовал 5000 рублей. Но когда через 4 года эти деньги наконец были собраны, представить вольную своему крепостному отказался. И только после принятия Раева в Академию художеств и за подаренную царевичу Александру картину военного парада на Дворцовой площади по случаю открытия Александровской колонны Кушелев получил 5000 рублей, а Раев – свободу. Художественное образование начал в Арзамасской рисовальной школе Александра Ступина. Затем учился в Императорской академии художеств у Михаила Иванова. Для усвоения русскими художниками тайн мозаичного искусства назначен был 4-летний срок, к концу которого они должны были исполнять мозаичную копию с изображением Николая Чудотворца, находящуюся в Ватиканской часовне, что они и выполнили. Копия эта находится теперь в часовне на Николаевском мосту в Петербурге. В 1837 году ездил на Кавказ и на Нижнетагильские заводы. Из путешествия привез рисунки местности Урала и Алтая. В 1839 году получил от Академии первую серебряную медаль. В 1840 звание неклассного художника. В 1842 году был отправлен за границу в качестве пенсионера Академии в Риме. Сверх занятий живописи изучал мозаичное производство. В 1851 году был признан академиком пейзажной живописи за две работы «Вид Рима». 2 года служил в Санкт-Петербургском мозаичном заведении. Последние годы своей жизни занимался живописью в византийском стиле, в котором расписал молельную комнату в доме Солдатенкова. Это московский предприниматель, коммерческий советник, текстильный фабрикант и крупный книгоиздатель. Был талантливым педагогом, в числе его учеников Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов и другие. Умер в 1870 году. Вот так вкратце из Википедии о русском живописце, иконописце и художнике-мозаичисте Василий Егорович Раев. Пока-пока, до свидания.